решил провести небольшой экскурс по нашей пивоварне. А вообще это наш дом. И хочу вам рассказать и показать то, как происходит обычный день обычного домашнего пивовара. Вы можете наблюдать в данный момент мельницу, которую мы уже использовали для того, чтобы перемалывать солод. Дальше я вам его покажу, в каком он виде получается. Это у нас канистрочки с водой, которые мы привозим, не скажем откуда. Хочу заметить, что вода очень хорошая, и ее без какой-либо предварительной фильтрации можно использовать сразу же для приготовления пива. Так, мы заходим в святая святых. Это, собственно, кухня, на которой все происходит. Это у нас... Так, наверное, да, лучше было. Это заторник, в котором сейчас затирается. Слушай, посмотри. Как здорово пахнет. Здесь большая кастрюля, в которой мы будем сегодня сливать порядка 50 литров готового сусла и уже из него делать пиво. А тут у нас сейчас промывочная вода готовится. Так, что еще? Что? Так, вот здесь вот, не знаю, видно или нет. Вот. У нас уже на второй затор готовый солод. Можно посмотреть, какой он должен быть. Все семечки разбиты. И горячая вода спокойно будет поглощать. Так. И еще одна. Это вот бочка. Сейчас она залита дезинфектором, дезинфицируется для того, чтобы потом в ней спокойно проходило брожение. Ну вот, собственно, и все, что необходимо для того, чтобы дома сварить пиво.